Игрок команды ЮрГПУ Матвей Качанов. Какие впечатления у вас от игры? Да, хорошие впечатления. Боролись, старались, не получилось немного. Команда достойная была против нас. Что думаете о команде соперника? Ну, хорошие ребята, знаем их. Игра была очень напряженной. Будет ли это для вас стимулом больше тренироваться? Конечно, мы будем стараться, чтобы в следующих матчах побеждать, идти дальше. А с чем вы связываете поражение вашей команды? Может быть, недостаточно выкладывались на тренировках. Все, в принципе, я не знаю. Хорошо, спасибо за интервью.